Чат, если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. Что нам надо сделать? На эпицентре надо чем-то метить или закладывать? Ну, вот эти переходы между картами, скорее всего, как всегда. А, ну... Ну-ка, давай мы посмотрим. Подожди, где там этот марафон дурацкий? Переход. Эти места переходу на улице Таркова на локации эпицентр. Мы еще не нашли, кстати. Мы еще не дошли до него. В смысле? Вот это? Вот здесь, вот он, выход. Где? Вот, куда мы сейчас идем, это выход. Ну вот там, да, но мы еще не подошли к нему, нам не, не засчитано в этом. Так, друзья, как здесь подняться? Так. У нас кто-то с тобой запомнил, наверное, куда. Там дверь открывается. И вот нам сейчас надо просто ждать 7 минут, да? Ну то есть уже не 7, но там меньше, но, блядь, зачем это сделать? А он что, открывается только на 7 минут? Ну вот, нажми его два раза. Там таймер. Может, подойдем пока туда, посмотрим, где хоть оно есть. Сейчас я чувствую, мы с тобой подойдем, блядь. А что делать? Вот по этой улице, чат, туда? Вот здесь, Шейтаныч. Вот здесь. По-моему, да. А, да, вот да, здесь вот реально. Угу. Ну все, туда ждем. Все, прячемся. О, маячок. О, ты можешь отправлять. Маячок. Где? Нет, это не маячок, это ты отправляешь. Нет, маячок. Ставлю. А, да? О, да? У меня нет маячка. Так. Чё, у тебя нет маячка? Ну ты сказал, говоришь, там что тебе 10 тысяч надо, я и не стал брать их. А, я понял, это этот квест, наверное, да? Ладно, хер с ним тогда. Так, а чё, давай, это Слайнос. О. Опа, проходимец. Все что ли? Достижение выполнено? Получено, в смысле? Так, смотрим, как оно работает. Сейчас нас, по сути, загрузит на улице, да? Он нестабильный. Стук идет. Забежал, красный. Куда? За машу... за автобусом стоит. Господи. Вижу. Давай. Убил. Хорош. Тоже походу на этот пошел, он на выход хотел пойти. Вон слева написано эвак. Туда нам? Да, вот здесь выход. Да бляха, я застрял. Я не могу прыгнуть. Давай, лутай типа, прикройте. Сейчас я отправляю квестовую. Блять, взаимодействует ножом. Трансишн это отправка, да? Твоя идет, походу, лут. Нет, это переход, это переход. А, это переход. Да. Спрячемся здесь тогда. Чат, напишите что-нибудь. Бывает, при переходе выбивает и не можешь зайти. Ну, гении сделали ивент, что вы, блядь, ожидали от них еще. Наверняка там утечка оператива такая, что пиздец. Пинг поменялся, нас на другой сервак закинуло какой-то. Да. А, выход МЧСки. А нам здесь где надо выходить на этой карте? Где мы в прошлый раз с тобой спавнились? Подожди, давай я здесь спрячусь, перезайду. Блин, у нас тут выход... Че, перезаходить, нет? Давай быстро. Ну, вроде не выкидывает, но давай пробуй. Ну, походу, нас не на западную Россию кинуло, куда-то, блядь, подальше. Причем подальше еще и от тебя получается, и от меня тоже. Не знаю, в сторону Америки, что ли? Ну, попробуем пробежать, может, на следующий кинет нормально. А как так? У меня стоит только запад России, что это за бред? Ну, нас, видишь, по разным серверам уже, походу, кидают. А нет. Ну вот с левой стороны обойти торговый центр и бежать вдоль так. Карты. А ну да, получается, как раз туда и выйдем. Я выкинул. Понял. О-о-о,
чувствую, мы сейчас с тобой через год дойдем до туда. Ну, если бы эта гений не закидывала бы тебя насчет в марафоне на разные сервера, тогда бы сделали, я не думаю, что проблемы какие-то были. 200 пинг это по-любому будет выкидывать. Нас закинуло на какую-то Америку, а царюха в Китае живет. У него пинг там огромный. Я не понимаю, почему. Стоит только Западная Россия. Такой вот квестик сделали разрабы. Вылетел. Вылетел, вижу. Что ж. Когда вылетаю, я бегу на месте или нет? Да, ты бегаешь на месте. А звук есть? Конечно, топот такой. Да, у меня нету. Ты вышел. Я вышел? Mm-hmm. Я вышел! Yes! Да. Где мы? Как же, блядь, повезло нам. Хотя ладно, у тебя вроде пинг устаканился. Давай спрячемся где-нибудь здесь. Мне кажется, ты что-то знаешь. Спрячься вон где-нибудь в кусты там, я не знаю. Подожди, а ты уверен, что эти ворота? Может, он те ворота? Ну, те, наверное, но... Давай посмотрим. Рано туда подходить. Да, это они. Угу. Так, подожди, давай посидим чуть-чуть. Ну все, переход. Да я понимаю, что переход. Просто там, смотри. На мосту. Я видел. Убил. Еще убил? Вдоль забора. Убил. Все, поехали отсюда. Что не выходит? Пикни кнопочку. А, точно, надо просто нажать, взаимодействовать. Так, со второго этажа, да? Да, я на втором. Трупы не лутабельные. Блин, чеваки тоже? А, нет, тут эти лутабельные чеваки. Ёптать, у них еще и лут хороший. Да. Ты нажал точно, да? Да. А что не выходит? О, блядь. Что это ночь? Не знаю. Всё, пошло. Опять исчезло. Что за херня? Исчезло, да. Давай, подожди. Надо в раз, может быть, зайти. Да, давай. Вот у меня сейчас идет, вот здесь идет. Иди сюда. У меня не идет. Вот здесь. Всё, пошло. Всё. Теперь нет. Теперь да. Все. Вроде идет. Ебана мать, как это громко было. А вон, кстати, и котик начал танцевать. Десон, спасибо. Добил полосочку. Так, сейчас нам на лес. Ёпта, как громко. Это, походу, то, что полоска закончилась, звук был, да, громкий? Пиздец, я думал, все, нам хана. Так, на лесу. Я уже попрощался с чатом, блин. А, и вот тут-то нас сейчас в лесу это настигнет, да? Нет, а мы прям выходим с тобой. А что это за бред? Стримерские сервера. В угол, блядь, прятайся быстрее. За палатку. Вот здесь закладывается, подожди. А именно. Вот. Ты сейчас вылетишь, блядь, какую закладывать? Бля, я не смогу, наверное, заложить. Бля, я не смогу заложить. Меня сейчас кикнет. Я не увидел. Да, я вышел, но я не увидел, исчез ты или нет. А я вышел, знаешь, куда? В главное меню, блять. В смысле? В прямом. Я вышел в главное меню.
Ты на резерв вышел? БСГ, блять. Что ж тут скажешь? Параллелепипед, хрен его знает. Ну вот как можно делать так ивент? Ну вот серьезно. Сделали твич дропсы, они не работают. Потом они приходят пустые. Сделали ивент, ивент вот так вот херовничает, кидает тебя на Америку с пингом 200, блин. Ладно, кидает тебя на Америку с пингом 200. Ты еще и просто вот выходишь в главное меню, и у тебя руинится квест. И они не понимают, почему люди их хейтят. Напомню, что перед вайпом, помните, у них был непредвиденный вайп, так скажем. Помните? Когда просто у людей вайпнули аккаунты ни с того ни с сего. Это не считая других прочих багов. Звук сломали окончательно. Ботов накрутили, блять, зачем-то. Я даже не знаю, я ни одного положительного не помню вообще про БСГ за последнее время. Тупо ни одного. Блин, как же тут коряво капли сделаны от дождя на оружие. В арене Breakout настолько красивее. Ну что-то тоже показалось. Ля, как капельки дождя по автомату стекают, чат. Там они прям стекают по пушке. Ты бегаешь? Нет. Куда бегает? Над нами, справа. Да. Бил. Или ты, или я. Ты бежишь? Я перепрятался, под него зашел. Курдоров. Нормально все? А, нормально, говорю, все. Через туннель нельзя на берег выйти? Нет, тут же переход на берегу единственный. А тем более туннель завален. И подумал, ну какой же молодец. Какие же планы я придумаю? Обновил ключик. Будь здоров. Че, не страшно? Как успехи? Лежу на маяке. Надо выйти на берегу, я заспаунился у маяка, у моста. Понятно. Да? Ну пойду тоже делать. Стрим запускать не буду, смысл лежать на стриме. Так подожди, может сейчас я доделаю. Или что-то соло хочешь? Не то чтобы сильно хочу, просто. Выбивание техники. Просто все было. Мысль. Чего, блядь? У тебя читы сломались, друг? У чувака читы сломались. Не бот. Что, прости? Так, и вот этого дурачка жетон тоже возьмем. Блять, это обычный выход.
пиздец. Я именно вот в этом метре должен выйти, да? То есть в другом, ну, нету, да, никак? Ёбаный БСГ. Ну, неужели? Ну. О! Так, подождите. Церковь здесь, значит, мне надо вот сюда. Че, раненый? Я не захилился, что ли? В том рейде. Блять, естественно, здесь ЧВК в 10 метрах от меня заспаунились. Так, ну надеюсь, оно засчитает. Вахтер дед. Наконец-то вспомнил. Играешь ты такой, играешь спокойно, а потом хуяк, и у тебя игра крашится. Нормально? Черный экран, и ты в телеге в Скайриме едешь. Как-то нормально сделать, ну, в принципе, да, че, БСГ, руки и жопа, здравствуйте, ваша тетя. Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Ну давай, выгружай уже меня, блин. И засчитывай мне квест. Так, вот этих надо посмотреть, типов. Мне реально все заново. В пизду, блять, этот... Ой, извините. Ты уже закончил свое? Да вот выгружает меня 10 лет. Ты крашнулась, и у тебя завалился квест? Ну, я в обе. Ясно, значит, завалился. Ну, подумаешь, я всего лишь просрала 2 часа или сколько там. Час своего времени. Херня вопрос. Подожди, так это не вещевой кейс, это ж оружейный кейс. Это же оружейный сик. Ну, зря делали, чат. Отменяйте квест прям. Я-то думал вещевой, сейчас половину схрона туда сгружу. Там у них ворота металлические, они их открыть должны. Чтобы выйти сюда по контролю. Кто-то на тачке выходит. Что ты делала, Криш? Я ору. Когда, ну, сама квеста делала, мне по работе позвонили. Я, короче, отвлеклась, ну все, вкус, короче, сижу там, что-то свое делаю. Слышу, а там вкус, ну, такой огромный, там еще накрыл карту, ну хер догадаешься, что я там сижу. Слышу, кто-то гранату кидает рядом со мной. Мне так не особо, знаешь, отвлекаюсь, думаю, ну, блин, да не может, может, мне же быть. А мне, короче, чувак, начал боте, через пол карты пытается пробить. Видно, патроны говно были. Mm. Он мне туда, в этот пустый, и гранаты, и флешку. Я даже не сразу поняла, что там мне кидает. Просто у меня экран свернут, я слышу, там что-то летает. Думаю, ну рядом, наверное. Но это так давно они должны были... Двое бегут к выходу. Минус один. Не рискуй. На гранате он стоит на выходе. О, как не докинул. Минус второй. Два мамонта были, кстати. Он не берет в руки другую гранату.
хрен знает, никого не вижу. Ох, какие тут ёшкин кот. Пустенькие ребятишки. Шестой уровень. Шестой уровень, да, но с сыркой 25-й. А, беги! Справа, справа, походу где-то. Жми вот тут, ложись и жми. Блять, попадает, животик мне попал. Он справа сидит. Блять. Живешь? Блять, не знаю. Три. Живи! Вышли, ёб твою мать. Откуда он там взялся? Сидел? Не знаю. Там же конец был, по-моему. Да, там же край. Там же край карты. Откуда это пришел? Понимаешь, Алексей, тем, кто живет не в Хабаровске, они могут выбирать, так сказать, где им играть. На севере, на западе, там, по центру. И не дай бог, не на Хабаровске. А если ты живешь в Хабаровске, ну тут уже все. Тут уже Хуан Чонги в каждом рейде, ни хау пеньо, и все такое. Качественное соединение. Какое, мать его, соединение некачественное. Некачественное. Пинг реально на какую-то другую Америку закинуло. Тебе говорю, у нас вчера такой с царем был. Только ему на любую Америку нельзя, у него везде пинг большой. Мы с ним по 10 секунд бежали. 400 пинг. 400 пинг, прекрасно. Пиздец. Ну вот, то, что был старел, сейчас будет со мной стрелять. Да, да, да. Причем на следующей карте такое же будет, скорее всего. Классно. Эй, если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.